мои колеса мешают, мою это самое убирайте, теперь ворота мешают, еще что мешают. Я буду стоять до последнего, пока мои руки не опустились. Да, мне делать нечего, я пенсионерка. Я 40 лет отработала, в отличие от тебя. Вот и все. Баня, углярка, забор и заложенный фундамент под гараж столкнули лбами соседи частного сектора заречной части города. По словам Татьяны Ревякиной, ее сосед занял муниципальную территорию. За счет сужения дорожного полотна у меня нет возможности привезти дрова, уголь, потому что вываливаю уголь. Разрез у нас тупиковый, потому что в конце разреза трамвайные пути и заезд только, значит, с переулка Уральского. У нас вот стоят мусорные баки. Вот. Машина спецмашины заходит с контейнером вываливать мусорные баки. Снесли, вон ворота помяли, забор мне, значит, повредили. Татьяна Ревякина уже не раз обращалась в администрацию и в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Однако пока все безрезультатно. У соседа увеличивается количество построек, а у пенсионерки растет кипа собранных бумаг. Александр Тесля все свои действия считает допустимыми и сносить объекты не собирается. Как в улицу. В улицу. В улицу, да, спору нет. А в разрез? Что в спору нет? Там как бы я сделал забор, да. А в переулок, сделал. В разрез? А в разрез нет. Татьяна Ивановна Ревякина, она здесь уже, вот как, она здесь, как вот, всему кварталу никому не дает покоя. И не только меня. Рядом кто живет, все у нее нехорошие, все у нее жулики и все такое прочее. А по поводу земли, у меня есть план для этого. Вот там с улицы, да, с улицы там, но как-нибудь с бумаги в администрации. Люди отмечают, что из-за дворовых построек общий проезд сузился в полтора раза. По словам местных жителей, особенно ситуация усугубляется зимой, когда вдоль заборов появляются сугробы. Машины спецтехники, будь то скорые или пожарные, в случае ЧП здесь могут просто не проехать. Вот с переулка Свердловского, 26, положен бетонный блок. То есть туда вы дальше не проедете. Вот, пожалуйста. Здесь может только пройти, вот, значит, личный транспорт. Пойдешь, и это самое запросто даже может машина сбить. Подождите, вот идет машина, и некуда отвернуть. Или зимой. Зимой вот он поставил бани, все сюда, с бани сюда, с них весь спадывает. И не проехать, они, машины едут, и, конечно, кие прямо в ворота, и все. Ну, это же так несправедливо. Как нам пояснили в администрации, документы действительно находятся на согласовании в управлении муниципальным имуществом. Однако решение еще не принято. На сегодняшний день наши специалисты готовят документы для подачи в судебные инстанции, для того, чтобы была назначена экспертиза, проверить, действительно ли данная постройка находится в рамках границ кадастрового участка, либо там была допущена некая ошибка в кадастре. То есть после того, как будет проведена экспертиза, уже будем дальше смотреть, думать, что делать с этим фактом. Придется ли бичанину подвинуться, это решит городской суд. И та, и другая сторона намерена стоять на своем до победного. Кристина Мелехова, Андрей Сигаев, «Будни».